Эй, слышишь? Эй! Вот у тебя каждый день как сейчас проходит? Ой, я не знаю. А тебе из детей больше кто нравится, мальчики или девочки? Лена спрашивает, она, наверное, хочет от тебя. Ну, здесь, наверное, вопрос детей. Больше не про... Ну, вот ты настоящий атомный бам какой-то, мне кажется, что... Да я... Нет. Нет, а у меня прям вот адреналин в крови так и бушует. Адреналин? Да. Я предлагаю посмотреть ваш клип. Зажигалка, это просто невозможно. Рядом энергетика прет. Это очень приятный. На ощупь даже такой. Да, да, да. Есть еще одно сообщение. Завязалось общение. Поселок. Дим, я уже устала тебя просить обрисовать свою руку. Да ё-моё. Все-таки обрисуешь? Город Оренбург, Кристина. Что? Она приворожит тебя хоть. Вот оно что. Да. Кто не разочаровывался. Так, как ладно, держать? Я не знаю, так давай. Держать? Или чуть-чуть повыше можно держать? Как держать-то? Так держать. Боже, Дима. Да, возможно, приду домой не один. Ой, как приятно. И мне поможешь, если обращусь, всегда... Хавчиком или чем? Да, чем-нибудь. Хорошо, договорились. Приходите ко мне на спектакль, потому что... А ты же еще театральный актер. Эх, в общем, мама, папа, я все еще иду не один. Не надо обрисовывать мою руку. Не переключайся.